Всем привет! Мы на канале Ёбридения и Эксперименты. И этот ёбот от моего Дения с Дения, и мы будем его распаковать. Начали. Ребята, ножницы — это опасно. Надо всегда под пересмотрев ядить её. Надо всегда их спрятывать. Мы начинаем вот здесь снизу распаковывать. Так вот. Пестик — это еще не пестик, уходи. Пестик. Открываем. Носинички. Открываем дальше. Вот есть такая. Ой, и батарейки сюда, и моторчик. Объемная инструкция. Вико, это, там гель заходит. Он туда гель заходит. Видите? И, ребята, он будет таким. Вы уже на коробке видите? Так. Здесь есть, ну да, Вико, где я, здесь мы можем вот так, здесь на скотче, скотч. Это ноги, то есть мы. Да. Здесь есть так кьютица. О, здесь вот так. Это вот так, то есть ноги. Так, а где ножки вообще-то? Ико. Здесь все есть, это надо все объемать. Что здесь? Ой, ой, ну как? Вот мы начнем с обрезать ёбота, чтобы мы могли проверить, что он может собой слышать. Начинаем с кабины. Кабина. То есть не кабина, а Илона, я гриба. Вот так сиёна будет. Вот мы собираем гаёвочка уже готова. Такая смешная. Теперь, вообще-то как-то он должен не ехать, ну... Увидим, как он ехать будет. Иди-ка. Сейчас, подожди. Аккуратно, надо.
попасть в тыечку. Я помогу тебе. Так, это можно надеть. И это так. А как сюда? Так. Я уже знаю, как это одевается. Здесь место есть, чтобы могли я. Так вот. Это надо. Надо что-то нечаянно неправильно стоять. Так. И теперь надо вот так. Да, мы нечаянно неправильно стоять. И да, теперь мы гаечка сюда. Да, ну да. Это теперь на... и сюда на... Опять что-то неприятное. С собой эту. Ну, так вот, наверное. Там вот стрём, это очень... опасно. Я это как я с... не будет надеть ее. Как это точно? Надо помощь. Наверное, нам должен помочь папа. Вот мы с папой постелили такого Йобота, и мы назвали его Мини, потому что он такой смешной, и мы сделаем пару экспериментов с ним. Вот мы подготовили несколько продуктов, начнем с муки. Дико сюда насыпь. И... только, ребята, не бойтесь этого звука. Вот он не справился с первым, с одним, он все, я смазаю. Дальше мы приготовим сахара. Так, включаем. Thank you.
Он больше муки нам высыпает, что это за ёбот. Он что-то непонятный какой-то. Другой. Может, это из фильма Ой-фей. Стоп. Теперь гиечка очень есть. Ника, насыпай. Ёбот, готов? Вообще не собирай. Вообще-то. Вот это просто киешка, и мы проверили, как он собирает киеш, но он киеш не будет собирать, и потому что это просто киешка. Всем пока, мы были на канале Йо-Видео и Эксперимента. Ставьте, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Скажем пока-пока. Пока-пока.